Девчонки, привет! Сегодня у меня бюджетные покупочки. Покажу вам, что я купила. Это у меня декоративная косметика и вещи. Зашла в один очень классный магазинчик, где у нас все дешево. Такую сумочку мужу взяла за 240 рублей. Так, знаете, гулять, пойти с ребенком, допустим, телефон положить, ключи. В принципе, прикольная сумочка. Здесь есть длинная ручка. 240 рублей вообще круто. Вот такая. Много отсеков всяких, карманчиков. А, думала, дырка. Нет, нитки. Так, что тут еще у меня? Купила ребенку платье. 480 рублей. Красота вот такая. У нас сейчас жара сегодняшнего дня 29 градусов, поэтому будем рассекать в платьях. Себе взяла кофточку легенькую, очень тоже симпатичная кофточка такая внизу, смотрите, с кружевом. Вот, но самое главное, конечно, что розовая. Я ее взяла за 530 рублей. Вот. Так, очень давно хотела фикси, дорваться до наволочек. Видела у многих блогеров, что они появились, но в наших фиксах нету их. Поэтому взяла тоже в магазинчике, вот в этом же, в котором была. Стоит она 250 рублей. Классная такая расцветочка. Может быть, для фона видео пойдет. В общем, прикольные наволочки. Здесь такой цвет тоже приятный, золотисто-кремовый. Давно хотели прикупить такие, нигде не могли найти. Ну вот, нашли. Так, а дальше косметика. Вот мой любимый лак для волос. Урвала его на скидках за 179 рублей. Тафт. И всем, девчонки, советую, кто хочет добиться объемной прически, вот этот лак. Я перепробовала очень много лаков, потому что объем на голове для меня важен. И я советую вам именно этот лак, потому что покупала, пробовала, ошибалась, понимала, что ну, по сравнению с Тафтом зелененьким это вообще ничто, все лаки, которые я пробовала. Так что советую. Он действительно очень круто держит объем в течение 2 дней. Так, еще у меня... Вот такая вот помадка от Vivienne Sabo. Долго выбирала в Magnit Cosmetics. Она сейчас там на скидках. Именно этот оттенок. Еще какие-то по 170 где-то рублей. Она, девчонки, крутая вообще. Я ей уже пользуюсь вовсю. Она прям летняя, классная. Смотрите. В ней много блесток. Сейчас фокус будет у нас. Вот. Вот как она выглядит. Вообще очень крутая. Такой кораллово-персиковый цвет. И блестки. Много-много блесток. Так, Vivienne Sabo. Это у нас Magnit Cosmetics. Так, и оттенок 606. По скидочкам сейчас очень советую вам. Вот такой вот карандашик у меня еще. Так, это у нас, по-моему, Golden Rose. Это матовый стик для губ. И никогда бы не подумала, что куплю Golden Rose, но мне прям так продавщица расхвалила. Стоит он всего 110 рублей. Говорит, обязательно, вот поверьте мне, придете еще. Ну, и она не ошиблась. Смотрите, как он выглядит. Он затачивается крупной точилкой. И вот такой вот сводчик вам сделаю. На губах смотрится немножко по-другому. Уходит в розовый цвет, в розовый нюд. Ну, обалденный карандаш за 110 рублей. Вообще просто шикарно. Так, еще взяла сегодня вот такую палеточку. Это Kylie. 280 рублей, вот видите, всего. Девчонки, она тоже крутая, нереально крутая. За 280 рублей я долго стояла, сравнивала ее с NYX. И вот это мне понравилось даже больше. NYX немножко подороже, правда. 400 с чем-то. Так, как упаковано. Ну, стильненькая, классная палеточка. Вот оттенок у нас получается 06. И цвета тут прям, ну, супер-супер. Прям вот как я люблю. Тут даже есть зеркало. Так, сейчас я вам покажу поближе. Вот такие вот оттеночки. Классные вообще. По текстуре. Сейчас попробуем. По текстуре. Ой, ну здорово. Очень мягенький. Тут вот некоторые смотрю с шиммером, некоторые без. Ну, крутая палетка. Я очень довольна.
Так, ну вот и все мои покупочки. Я довольна очень. Всем пока, девчонки. Спасибо за просмотр.